Отважные огнеборцы этой весной отмечают юбилей – 375 лет пожарной охране. Во Дворце культуры «Патриот» собрались лучшие кадры – от молодых офицеров до ветеранов. Среди собравшихся и 18-летний студент Данила Бармин. 2 года назад в родном поселке Корсун он спас из горящего дома беременную женщину и маленького ребенка. Было времени очень мало, дым уже заполнил весь дом, и он уже, так сказать, огонь уже ворвался в квартиру. Первым же делом мы попытались как-нибудь сначала с моей матерью вырвать решетку, никак не выходило. Более-менее собрали свои силы и смогли отодвинуть край решетки. И первым же делом мы вытащили оттуда ребенка 2-месячного. Новость о поступке этого парня дошла и до руководителей Главного управления МЧС по Ульяновской области. Вскоре Данилу пригласили на службу, но обязательно после армии и профессиональных курсов. В коллективе пожарных случайных людей не бывает, уверен ветеран Владимир Тарасов. Я хочу вам сказать, что самые запоминающиеся в моей карьере – это люди, которые со мной работали. Начиная от пожарного до начальника управления, меня всегда окружали замечательные люди, самоотверженные, любящие, горячо любящие свою профессию. Губернатор поздравил виновников торжества. С такими пожарными и спасателями ульяновцы точно не пропадут, уверен Алексей Русских. Мы знаем, что жители Ульяновской области находятся под надежной защитой специалистов высочайшей квалификации, истинных патриотов, стойких и мужественных людей, доказывающих это в любое время года, дня и ночи. Глава региона также наградил лучших представителей профессии благодарственными письмами. Даниле Бармину также вручили подарки и грамоты от правительства и Главного управления МЧС. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.